Весной муха вылезла из своей землянки, расправила крылья, зажужжала и полетела в тундру звать жучков и букашек на праздник. Пришли к мухе на праздник и козявка, и блоха, и жучок, и даже паук пришел. Муха воткнула в землю свой посох, положила рядом подарки и сказала: «Кто из вас, скорее всех, пробежит вокруг этой горы и дотронется до моего посоха, получит подарок». Первой ускакала блоха. За ней побежала козявка, за козявкой побежал паучок, а за паучком пополз жучок. Блоха быстро проскакала вокруг холмика и дотронулась до посоха. За ней прибежала козявка и тоже до него дотронулась. Следом за козявкой прибежал паучок. Стоят они и дышат тяжело, не могут отдышаться от бега. А жучка все нет и нет. Ждали его, ждали. Наконец видят, ползет жучок. Ножки у него подгибаются от усталости. Дополз жучок до посоха, дотронулся лапкой. «Ох, и долго ты бежал вокруг горы, — говорит муха, — мы тебя давно ждем». Стала муха раздавать подарки. Блохе она подарила свой посох. Ускакала блоха в тундру довольная. Обопрется, а посох подпрыгнет, обопрется, подпрыгнет. Козявке подарила белую рубашку. Надела ее козявка и тоже ушла в тундру довольная. Паучку муха подарила ловчую сеть, чтобы мог он ловить комаров да мошек. Дошла очередь до жучка. «А для тебя, — сказала муха, — у меня ничего не осталось. Ты пришел последним». Горько стало жучку. Опустил он к земле головку и пошел на согнутых ножках в свою землянку. Так и ползает теперь жучок по тундре с опущенной головой и смотрит на свои ноги. Все думает, почему они так медленно ходят.